Сегодня мы собрались здесь, в Законодательном собрании Свердловской области, чтобы принять участие в выставке, которую организовал частный галерист Надежда Ярко из Великобритании. И я надеюсь, что благодаря вот этой выставке и благодаря традиционному, надеюсь, проходить здесь выставку, мы сумеем объединить наши отношения и улучшить отношения с Россией и Великобританией, выставить мост с Екатеринбурга и Лондона. Ну, я считаю, что выставку можно сейчас пройти. Добрый день. Я благодарю всех, кто пришел на открытие этой выставки. Я считаю, что культура – это показатель уровня народа и уровня государства. И я хочу выразить огромную благодарность председателю Законодательного собрания Свердловской области, Бабушкиной Людмиле Валентиновне и, в общем-то, ей нижайший поклон вам, Игорь Валерьевич, как депутат Законодательного собрания, потому что я считаю, что когда на уровне парламента Законодательного собрания проводятся такие мероприятия, это показатель нашей культуры, как я уже сказала. Почему зарубежные гости любят приезжать в Санкт-Петербург? Потому что царь Петр I привез все самое лучшее из Европы, и до сих пор вся Европа теперь уже ездит к нам в Россию. Я бы хотела, чтобы это же произошло в нашей Свердловской области и в нашем любимом городе Екатеринбурге. И сегодня вы увидите уникальную частную коллекцию, которая представляет Жени Парецкий-Ли. Жени Парецкий-Ли – это известная британская художница-создатель. Она родилась уже во Франции, ее родители эмигрировали, была спасена из концентрационного лагеря чудом. Тогда, уже оккупированной немцами Франции, она начала рисовать. Ее философия проста. Это то, что мы с вами чувствуем. Это то, что мы видим, чувствуем, ощущаем, осязаем. Поэтому я не буду вам передавать, вот здесь уже в процессе беседы мы уже видели, что кто-то уже это прочувствовал. Я предоставлю вам право и такую возможность прочувствовать ее работы. 29 сентября во Дворце Законодательного собрания Свердловской области состоялась церемония открытия выставки «Невидимый танец Вселенной», которую представила частный галерист Надежда Иапо. Экспозиция уникальна. Основную ее часть составляют живопись и акварельные работы известного британского художника-создателя Евгении Парецкой-Ли, художников Натальи Бортновой и Валерия Хасанова, а также серия авторских фотографий самой Надежды под названием «Место, куда приходят боги». Это первый проект международного формата, который Надежда Иапо реализует при поддержке депутата Законодательного собрания Свердловской области Игоря Володина. Евгения Парецкая-Ли из семьи русских эмигрантов начала XX века. Закончив Академию Джулиана в Париже в 1962 году, переехала в Лондон. Это целостный художник, поскольку ее работы – это живопись, акварель, скульптура, совместные проекты с композиторами. Евгения Парецкая-Ли и ее арт – это особая философия, базирующаяся на восприятии мира с двух сторон, на вдохновляющем фокусе пересечении горизонтальных и вертикальных линий, как особой человеческой геометрии. Работы выполнены с использованием дорогих индийских тканей, египетского песка, гималайской соли, частичек серебра и минеральных камней. Автор широко известен в Европе и других странах, и работы Евгении Парецкой-Ли представляют собой высокую художественную ценность. Эта коллекция очень интересна. Почему? Потому что, когда я отправлял приглашение на эту коллекцию, то приехали здесь представители заводов наших, именно промышленных предприятий. Когда мы объявили, что пройдет выставка, поэтому пришли с разных сфер деятельности люди. И это им интересно, и они сейчас все находятся и слушают внимательно. Тоже организатор. Я очень благодарна Игорю Валерьевичу, который пригласил меня на эту выставку, потому что выставка оказала на меня огромное впечатление именно вот своей выражением духовности, выражением тепла
И, конечно, то, что в законодательном собрании проходит выставка вот такого нестандартного, я бы сказала, выражения мира, это очень позитивно, и это положительно характеризует наши власти, нужно сказать. Конечно, такое необычное выражение мира, и меня впечатлило еще то, что эти картины не подписаны. То есть каждый человек, подходя к этой картине, он может создать свое впечатление, свое эмоциональное состояние выразить, создать свой образ, и это просто красиво. Поэтому я поддерживаю вот эти все выставки такого плана. Я готова организовать выставку в нашем Уральском государственном педагогическом университете. Вот эта выставка, она очень интересна, она очень актуальна. И вот продвижение такого рода картин, это очень важно, особенно в наше непростое, такое сложное время. Да, она делает руками. Это она делает своими руками. Ну, то есть это не инструментов? Да, она представляет себя как художник-создатель. Замечательно. Она берет просто бумагу и вот это делает со всеми вот этими материалами.